Niye? Sen mikrofon işlemeye dün yöresin. Все, поехали. У нас теперь третье, да? Третье. Третье, 12. 12 равно минус 3 плюс x. Теперь смотрите. Мало x тут, да? Будем братьев броса барма. Братьев у него нет, но минус 3x есть бро. Вот, бро 12. А братьев они должны быть вместе. Понял, да, что? Вот у нас третье, 12 равно минус 3 плюс x. У x нет братьев. Двенадцать равно минус 3 плюс x. У x нет братьев, но минус 3 есть брат. У братьев должно быть вместе. Минус 3 туда переведем с плюсом. Значит, 12 плюс 3 равно x равно 15. 15 равно x, x равно 15, одно и то же. Это одно и то же. Значит, x равно 15. У нас ответ должен быть 15. Ответ получается 15. Четвертое. Минус 8 равно минус 3 минус x. Теперь смотрите. Минус x. Давайте минус x туда переведем. Когда мы переведем, знак меняется. Минус x будет плюс x. А минус 8 минус 3, они братьев. Братья должны вместе. Минус 8 туда переведем с минус 3 плюс 8. Значит, x равно... А, теперь смотри, Джамшу, здесь минус и плюс. Знаки разные. Если знаки разные. Если знаки разные. Минус, плюс, либо плюс, минус. От старшего. От старшего. От старшего. Отнимаем. Отнимаем младше. Минусуем. Младший. Младший это маленький, мал. А поставим знак старшего. Знак старшего. Знак у нас получается только знак. Знак у нас будет плюс, либо минус. Стоит перед числом. Какое-то число вот перед числом стоит. Окей? Вот старший 8, отнимаем 3, будет 5. А знак старшего 8, 8, плюс. А плюс можно и не написать. Not problem. Значит, ответ получается x плюс 5. Ну, плюс 5, да. Так, перепишем. Дальше. Так, мы очень вас хотим крема. Так, все. Отлично, дальше. Теперь пятую. Пятый. 10 равно минус 4 минус x. Минус x переведем в левую сторону, плюс x будет. А 10 туда переведем с минусом, правильно? Минус 4 минус 10. А теперь смотри, если они одинаковые, и кобрдебот мосса, минус, минус, тогда либо плюс, плюс, всегда плюсуем, прибавляем, плюсуем. И если минус минус, то знак будет минус. Если плюс плюс, то знак будет плюс. Окей? Вот минус. Их прибавляем 14, но знак остается минусом. Ответ получается минус 14. Понятно? Теперь пишем.
Алло, алло. Да. Ничего. Все, зашел. Зашел, Садихсарда. Анти. Анти. Анти, Анти. Так, продолжим. Шестой. Алта икс. Шесть. Алта. Три икс. Плюс 12. Теперь вот у нас 6х и 3х, они братьев. Братья должны быть вместе. 3х сюда переведем с минусом. 6х минус 3х. Это равно 12. Отнимаем. 3х равно 12. Х равно... Теперь смотрите, с х есть тройки. Здесь есть умножение. Умножение туда, когда мы отправим через голову, умножение будет деление. 12 делим на 3. Получается ответ 4. Перепишем. Все. Вот. Стали? Да. Отлично. Так, напишите ДЗ. Сюда пишем ДЗ, перепишите, потом будете сдавать. Завтра. Завтра, да? Завтра обязательно. Окей. Так, домашнее задание. Первое, 24 равно 3х плюс 12. Второй. Мне будет отправить не ответы, полностью решение. Ладно. 3х плюс 12. Третий. Ағай! О. Қатып қалып тұр? Сәл кітап тұрсаң не қылады? Сен компьютерден шығар, сен сотыңнан шығар ол? Сардарбек. Thank you.